Я хочу спросить вас, какой день самый длинный в году? Вспоминайте. Я даже подскажу, что недаром Гитлер избрал когда-то именно эту дату, сакральную дату, для нападения на Советский Союз. Вот и на фашистском флаге древний орнамент свастика нарисован в обратную сторону, этот символ солнца. Посмотрите варианты этого древнего орнамента. Равносторонний крест, иногда с изломами такими лучи, потому что показано движение солнца. Все люди, все жители среднего мира знают, что оно встает на востоке, затем через юг оно идет на запад и где как бы закатывается под землю. И вот по якутским понятиям в нижнем мире солнце встает на западе и, значит, возвращается, закатывается, уходит из нижнего мира на востоке, возвращается вот в средний мир. То есть вот в среднем мире солнце идет по часовой стрелке, а в нижнем мире все наоборот. Там и солнце движется в обратную сторону, и то есть и время движется в обратную сторону против часовой стрелки. Там ничто не плодоносит, деревья и трава железные. Там молодежь, значит, девки, парни холостые, неженатые, бесплодные. Да и ходят все обитатели нижнего мира вот спиной вперед, пятясь. И поэтому то, что нарисовано на фашистском флаге, это их дело. Это нарисовано солнце нижнего мира. Но ход земного солнца не повернуть никому. Итак, какой самый длинный день в году? Правильно, 22 июня. Во всем мире предки вот всех народов знали эту дату и отмечали. Разводили костры, прыгали через них, украшали деревья и водили хороводы. В Якутии с летним солнцестоянием, совпадающим с летним полнолунием, связан национальный праздник Исых. Сохранилась уникальная кинопленка «Исыха Победы» 1946 года. Вот так раньше, раз в год, собирались якуты на Исых, кто верхом, кто на телегах, а кто и на санях. Вы видите лица поколения победителей в Великой Отечественной войне, претерпевших все трудности, голод, но совместными воинскими трудовыми подвигами 4 года каждый день приближали победу и дождались ее. Сколько лет не было Исыха? Революция, гражданская война, голод, раскулачивание, отечественная война. Не до праздников было. Давно не было радости встреч, смеха молодежи. И всю долгую следующую зиму, а может и всю жизнь, они будут вспоминать орнаментальный язык Аланхо, когда перед внутренним взором каждого возникают красочные картины знакомых с детства эпических сюжетов, остроумие скороговорок, чебрахах. Спортивные состязания выявят, чьи парни сильнее, чьи кони быстрее. Перед вами эскиз композиции «Исых» академика Афанасия Осипова, подаренного музею на его открытие. Окончательный вариант композиции «Исых» академика Афанасия Осипова вы можете сейчас видеть на этой огромной стене фойе оперного театра. И вот здесь мы начнем рассказ о структуре «Исыха». Вы видите 3 коновязи серьге с привязанными, красиво украшенными лошадьми. В Южной Сибири их называют «изых-ат», а у нас, у якутов, «ытык-ат». В одинаковом значении «священная лошадь», «посвященная богам лошадь». Якуты посвящали таких лошадей верхним богам Аи, причем ни в коем случае не убивали.
так как добрым божествам приносились бескровные жертвы белой пищей. Это кумыс, оладьи. А кровавые жертвы требовали злые духи из нижнего мира. После праздника Итык-Ат, коней, освященных кумысом, никто не имел права использовать. Совершался обряд кюряти. Одетые в белые всадники угоняли их как можно дальше на восток. Но умное животное иногда возвращалось, и тогда люди впадали в уныние. Боги не приняли их жертвы. И тогда звали шаманов, звали провидцев. Они из снов узнавали, что послали-то, оказывается, не ту лошадь, не той масти. Дело в том, что у каждого божества была своя определенная масть лошадей. И вот находили вот описанную провидцами во всех подробностях окраса этой вот масти, там или определенные какие-то пятна должны были быть, не только цвет. Вот. И находили такую лошадь и отправляли снова на восток. Так в диком состоянии на свободе они и жили, с длинными гривами, неподрезанными хвостами, до своей естественной смерти. Так и сохранился генотип якутской лошади. А якутскую породу коров, дававших в день немного, но сверхжирного молока, фактически сливки, из-за необходимости выполнения социалистического плана в советское время – всю извели скрещиванием. Руководителем праздника обычно был пожилой мужчина, знающий традиции. И вот на картине, изображающей советский цех, его одежда неправильна. Он должен быть в длиннополой, расстегнутой женской шубе и в высокой ритуальной женской шапке джабака, надетой обязательно на бекрень. Спросите, почему? Никто не знает. Но вот в одном из Аланхо есть место, где герой поет, обращаясь в верхний мир, произнося адресату следующее. «Я специально надеваю шапку на бекрень, чтобы показать тебе направление своих мыслей». То есть в любой культуре есть акциональный код. Вот по обычаю делать именно так, как положено, даже порой не понимая смысла, но продолжая традицию. Иногда удается, вот как только что, расшифровать логику какого-либо действия. Необычность женской одежды на мужчине, исполняющем молитвенный ритуал белого шамана, свидетельствует о том, что женский шаманизм древнее. Богов через огонь обычно кормила женщина и молила их о благополучии семьи. А жрец-мужчина просил о благополучии всего народа. Корнем слова «эсэх» является глагол «эс», означающий «брызгать». Белый шаман кормил огонь брызгами кумыса, даже была специальная ложка, а также конскими волосками из грив разных лошадей. С дымом жертвоприношения и слова заклинаний и молитв уносились на небо. И там эти капли, волоски, маленькие частицы превращались в свое целое, в жирных кобылиц и полные ведерные чарону кумыса. Эсэх – это старый Новый год якутов. Почему? А вот почему. В хозяйственном календаре скотоводов, а якуты – это самые северные скотоводы, кончался большой трудный период – зима. И начинала расти новая трава. И весь ритуал был направлен на то, чтобы испросить у божеств хороший травостой. Жрец в песенной форме обращался к божествам, духам-хозяевам местности, трав, деревьев, заклиная дать хороший травостой, чтобы собранное сено позволило скоту благополучно перезимовать следующую зиму. И если появлялось облачко или пролетала белая птица, то это был хороший знак. Вы видите круговой ритуальный танец асохай. В вилюйской группе районов сохранилась традиция вступления к асохай. Приглашение поется в стиле протяжного пения джебо с кылысахом, вот, специфическими фальцетными призвуками.
Аз зачина агокай дыр агокай, эгекай дыр эгекай, вот начинается импровизация основной части кругового танца шагом. Заметьте, левая рука сверху, правая снизу. Левая нога впереди, то есть круг двигается влево по часовой стрелке. Сначала темп медленный, хамэнкю, танец шагом. За четыре шага поется мелодическая строка стих. У каждого запевалы своя, как бы личная мелодия в стиле Дегарен. Обычно запевала к завершению своего выступления ускоряет темп. Эта заключительная, быстрая часть называется катюнкю, танец с прыжком. Обычно все удивляются культуре стихосложения японцев, в которой каждый может сочинять в стиле хайку или танка трех-пятистрочное стихотворение. Но не менее удивительно импровизационно-поэтическая культура круговых танцев народов Сибири. Вот, например, на эсэхе каждый из запевал может в течение получаса импровизировать на выбранную тему, а то и больше. И вот на моей памяти аллитерированным стихом один из участников Великой Отечественной войны описывал 22 июня 1941 года. Себя молодым описал, расцвет природы и вдруг о начале вот Второй мировой. Второй и третий и другие вот участники, старики вот на том памятном для меня эсэхе в Сунтаре описывали битвы под Сталинградом, под Москвой, и как падали рядом их друзья разных национальностей и желали, чтоб никогда больше не было войн. А другие описывали песенно рост березы, с момента падения семечка на почву, его набухание от живительных соков земли, прорастание первого корешка и маленького ростка и так далее, до полной картины березы, как мирового древа. Респонсорный тип пения. Один запевает, все хором повторяют. О самом повторе можно сказать следующее. У наших предков, конечно, не было микрофона. И чем больше был круг, тем громче хор повторял слова, добрых пожеланий запевалы. Значит, чем громче, тем быстрее эти слова должны были дойти до внеземных адресатов. Круг во всех культурах – это символ солнца. Двигаются танцоры влево, то есть по ходу солнца. Танцуют всю ночь, самую короткую белую ночь в году, обязательно до восхода солнца. Здесь следует напомнить, что в основе новогодних ритуалов лежит желание сохранить космический порядок. Новый год – это не только праздник веселья, но и воображаемые угрозы порядку мироздания. И вот чтобы не наступил хаос, и поэтому и существует столько ритуалов во всех вот календарных главных праздниках. И вот Новый год мы все накрываем ломящийся от яств праздничный стол. Это своеобразная магия первого стола, невысказанное, но подразумеваемое пожелание, чтоб такое изобилие было круглый год. Магией кругового движения танца люди как бы подсказывают солнцу его извечное направление. Поэтому и танцуют до рассвета, чтобы торжественно встретить солнце в новом году, продолжающего свой вечный путь, даря жизнь на земле.